Сюда разве? На эту, да? Ну, я так понимаю, чтобы она тут не вылетела. Ну, да, точно, точно. Только прыгает, но летает. Особый. А больше как? Они от холода. Ты без твистера? Без твистерса? Не умеем пользоваться. Это не по простому, по колхозному. На том получилось, надеюсь, и на это получится. Чего? Сломал? Манжет менять не стали, да, Лёх? Не знаю, я не стал менять. Мне кажется, все нормально. Он Володя предлагал поменять, говорит, что там. Ну, типа подсасывает. Пересмотрел свое мнение. Не знаю, Андрюх. Теперь уже после там, третий раз снятия, я думаю, что это уже несложно будет снимать. Надо будет поменять. Тем более сегодня тебя еще не было. Это узел весь в сборе. Вот я его сейчас разбирал. Он целиком был установлен. То есть весь механизм тормозной, он. Я знаю, ничего. Нет, я к тому, что он вообще не ремонтировался, не обслуживался. Его взяли новый и поставили. Что ты знаешь? Откуда-то могли знать, что у них тут новый. Вот. И колец здесь тоже, кстати, нету. Вот этих, которые в вырезах поршни стоят. На этих стояли.